Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6. Урок 26. Составь выражения и найди их значение. Задача А. На один конверт надо наклеить А марок. Сколько марок надо наклеить на три таких конверта, если значение А равно 8? А. Умножаем на 3. Так как А равно 8, то 8 умножаем на 3. И получаем 24 марки нужно наклеить на 3 конверта. Ответ. 24 марки. Б. У Димы Б монет по 2 рубля. Сколько рублей у Димы, если значение Б равно 7? Б умножаем на 2. 7 умножаем на 2. И получаем 14 рублей. Столько денег всего у Димы. Задача В. В магазине 5 коробок печенья по С килограммов каждый. Сколько килограммов печенья в магазине, если С равно 4? 5. Умножаем на С. А так как С равно 4, то 5 умножаем на 4. 5 умножить на 4 будет 20. 20 килограммов печенья всего в магазине. Ответ – 20 килограммов. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.